Да, друга депутата, конечно, иметь хорошо. Мы вчера были в одной компании, они сейчас не будем называть. Олигархи. Да. Олигархи, олинигархи. Так они, когда услышали в компьютере, в ноутбуке, услышали эту песню, он говорит, можно еще раз поставить? Он взял свой верту и подставил динамику и записал себе на телефон, чтобы быть первым. Чтобы знать, к чему стремиться дальше. Да. Но такого не было такого вот ощущения, ну, когда-нибудь, ну, знаешь, у тебя такие экстремальные песни, на самом деле, они добрые, приятные, да, то есть, в принципе, все об этом говорят, то есть, ничего такого сверхъестественного ты не поймешь. То есть, это просто витает в воздухе. Но не было такого ощущения, знаешь, вот, каких-то людей-идиотов, которые не понимают, о чем, ну, ты поешь, и, типа, обижаются там. Конечно. Были такие? Да, конечно, полно. И что, какие реакции-то вообще, по большому счету? Да не особо так и на них, фу на них. Вот это вы видели, народный артист. Как сказал бы наш народ, фу на них и все. Ну правильно, если человек действительно балуется животными, ну, у нас дебилов-то у нас хватает же. Да конечно, если услышал, то есть да. У кого нет чувства юмора? Чувство юмора. Они смотрят передачу «Аншлаг». Вы знаете, как Петросяну предложили «Смех и панораму» ввести юмористическую страничку. Или другой анекдот. Больной церебральным параличом встал и ушел с концерта Петросяна. Ну, в принципе, да, логично, потому что там высидеть невозможно. Но у нас-то другой вообще формат, у нас другой канал, у нас нет цензуры, у нас нет гламура в нашей передаче. И сейчас у нас будет рекламная пауза, мы немножко порекламируем тишину, но наш режиссер опять машет руками, потому что не надо показывать раньше времени. Иначе про вас будет написано... А у тебя есть песня про режиссера? Нет, про режиссера пока не надо сочинить. А про звук режиссера нет? А про продюсера? Не, мы сейчас, Андрюха будет сейчас писать песню про пиво «Жигули». Сейчас новая марка появилась «Жигули». Мы вчера были на заводе у них. Ну, кстати, давайте. Они нам налили... Вот реклама пошла. Так. Ты что-то он написал мне. Слушай, а ты можешь про Юрия Батурина спеть? Это же твоя песня. Про что? Юрий Батурин. Я тут работаю. Можно, Виктор Батурин. Слушай. Все, итак, мы в эфире. Паузу мы прорекламировали. И я хотел бы спросить у Андрея. Однажды в жизни я услышал от Фисуна, по-моему, стоматолога, да, это такая группа, тоже твой, да, твое производное, песню «Виктор Батурин, но чё ты в натуре?». Я когда это услышал, я почему-то подумал, что у тебя будут какие-то неприятности с этим человеком, а оказалось все совсем наоборот, он оказался с чувством юмора, да? Да. Да. Причем у него такое чувство юмора. Мы дружим до сих пор с ним. Нет, я не могу сказать, вот ты с ним сидишь, допустим, 4 часа, и жалко, что ты не записываешь. Он говорит одними первыми. Да? Уникальный персонаж, очень хороший. Так более того, когда он услышал песенку про себя, он дал Андрюхе большую сумму, не буду говорить, 6 нулями, чтобы я ей купил у него альбом. Так, а на всякий случай, человек написал песню, да? Каким-то образом эта песня попала к адресату. Адресат по-нормальному, нормальный человек с нормальным чувством юмора, понял, что вот, ну, это слава пришла уже, наконец. Нормальная слава. Да, не, у него просто, он прикололся. Вот, конечно, я и говорю, что человек с нормальным чувством юмора. Тем более, она добрая песня. Да, деле. Ты можешь ее исполнить, потому что, ну, просто вот, я не знаю, вы знаете такую песню? Нет, никто откуда не знает. Нет. Пожалуйста, давай. Попросим нашего гостя исполнить нам песню. Кто никто не знает, это брат жены Лужкова. Так, на всякий случай. Самая богатая женщина мира. Ну да, почему бы не 6 нулей не подарить. Как же это? А трудно парням на эстраду пробиться, нужно повсюду бабла занести, чтоб в телевизоре раз засветиться, надо богатых банкиров трясти. Есть человек, помогает артистам, чтобы культуру в стране поддержать. Он бизнесмен с репутацией чистой, нужно ему нам письмо написать. Виктор Батурин, ну чё вы в натуре? Дайте ребятам бабла на альбом. Виктор Батурин, ну чё вы в натуре? Мы ведь хорошие песни поём. Мы
нашей эстрады и не поем негритянский хип-хоп. С помощью вашей возьмем все награды. Про вас говорят, что вы щедрый не жлоб. Киркоров и сам себе денег нароет. Ему и без вас есть кому помогать. А нам шоу-бизнес дверей не откроет. Лучше простых вам парней поддержать. Эй, Виктор Батурин, ну чё вы в натуре? Дайте ребятам бабла на альбом. Виктор Батурин, ну чё вы в натуре? Мы ведь хорошие песни поём. Эй, ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра. Виктор Батурин, ну чё вы в натуре? Дайте ребятам бабла на альбом. Виктор Батурин, ну чё вы в натуре? Мы ведь хорошие песни поём. Если брать персонали, то была мысль такая с Ротенбергом сделать из жизни замечательных людей, да, по-моему, цикл песен. Заебательский, он говорил, ЗЗЛ. Жизнь заебательских. И у одной певицы, всем известной Ангела, есть такая песня «Полюбилась горяча» Дмитрия Анатольевича. Я влюбилась. А, я влюбилась, да. Политический клуб, политическая сортира представляет. Шоу «Лес Лайф», не судите строго, мы в лесу.